Так, сейчас буду заводить тесто на пельмени. Так, вот емкости, масло. Мука у меня предпортовая, высший сорт. И твердый сортов дурум. Так, кипяток. Поехали. Так, 260 грамм высшего сорта отмерила. И дурум сюда. 520 грамм муки. Тесто я завожу ножами. Я это делаю в термомесе. У кого какие комбайны есть. Разбила яйцо одно, оно вот 52 грамма. Значит, мне добавить надо будет жидкости 200 грамм. Отставляю эту в сторону. Ставлю другую емкость. Обнуляю. Да что ты будешь делать? Чего она не обнуляется? А, грамма, господи, не ту нажимаю. Так. Вот 200 грамм кипятка. Сейчас выливаю в муку. Сюда еще добавлю масло сразу. Так, грамм 20. Муку посолю, вот так на глаз примерно. Закрываю термомикс, включаю четверку, на себя выливаю и буду с маслом. На все про все у нас ушла минута, в смысле замешивания. Вот смотрю, костицы. Это какое тесто? Грамм 10 можно добавить муки. Ну, можно высшего сорта. Немножко мягковато, но горячее мягковато. Хотя можно и не добавлять. Я решила добавить чуть-чуть. 20 грамм добавлю. Вот. 120 грамм я добавлю, что обычно я делаю 540-560 муки, даже вот высшего сорта. А я сделала 520, мне вот показалось, что маловато муки. Я 20 грамм добавила. Все. И вот сейчас это пакет, пусть отдыхает. И потом еще раз подмять. Вот. Все, сейчас кладу в пакет, и пусть отдыхает. Так, прошло минут 20. Тесто. Там такое мягкое. Подомнем его. Хорошо. Ну, чуть-чуть тепленькое. И опять кладу в пакет. Руководствоваться материалами, которые не имеют серьезных процессов, соответственно, вот здесь очень важно. Так, фарш сложила по пакетам. По полкило в каждый пакет. Сейчас прищепки. И будем сейчас стряпать с этого теста, которое завела. Пельмешки. Ну вот, 160 грамм, 159. Так, раскатала она. Я до восьмерки накинула. Сейчас буду отсаживать это пельмешки делать. Так, поехали. Вот я держу где-то посередине, еще тут фарш прижимаю, чтобы было удобнее. Thank you.
присыплю вот так сверху муку. Этой стороной ручную переверну. И поехали дальше. Просто раз и вылетают все. Красота. Вот у меня полки. Ой, не, да, полкило фарша. Осталось во сколько? Чуть-чуть фарша. Сделала две таких. 80 штук. Второй пакет сейчас достану. Так, вот второй пакет, полкило второй. Поехали.
все вместе вот так прокатываю. Так, сколько здесь грамм? Ну, 160 грамм получилось опять. Так, засекаем время 19:00. Пошла раскатывать, и за сколько минут я сделаю одну эту палетку. Так, раскатываю. Еще раз говорю, раскатываю на кинвуте до восьмерки. Сколько? 4 минуты от того, как я раскатала и как налепила. 5. Ну хорошо, 5 минут. Поехали дальше. Так, 19:05. Ой, отрезаем тесто. Сейчас свешу. 152 грамма получилось. Пошла катать. Так, раскатала чуть-чуть мукой. Вот этот вот листик. Он лучше выходил с формы. Поехали. Так. Вот от второго пакета осталась капелька. Слушай, килограмм. Хорошо. Так, возьму чуть-чуть, она покороче будет. Это мне натянем чуть-чуть вот эту вот сторону, и все. Что тесто было чуть-чуть поменьше, то 160, а этот раз у меня, видите, 152 грамма было тесто. Поэтому оно еще криво раскаталось как-то. Поэтому так вот. Ничего, натянули, растянули. И все хорошо. Вот оно. Так, время 19:11. В итоге 8 штук за 11 минут. Супер, супер. Руками побыстрее не налепите. Из килограмма фарша. У меня получилось, сейчас скажу сколько, получилось 5 таких палеток, 5 на 40, 200 штук.
Ну, я вообще времени засекала, когда начала, а вот последних две палетки, вот за 11 минут я сделала 8 штук. Может, как бы вот тут закончить, потом сейчас раскидаю раз шпателем. Ну, все. Сейчас я сделаю немножко ручных. Сюда я не могу, она уже в муке. Кладу пакет и убираю. Холодное место. Вот, налепила ручную. Остатки фарша, что у меня осталось. И ушки.